Всем привет, с вами Ксиэль, и со мной сегодня Халсун Найт. Всем здорово, это Халсун Найт. И короче, у нас сегодня будет гонка по уровню, который называется Декоди. Декоди. Угу. Ну что же, на раз, два, три начинаем. Раз, два, три. Три. Поехали. 1%. Что можно сказать про этот уровень? Он довольно... на этом уровне есть только одна, сравнительно тяжелая часть. Это на юфошке, которую я тренировал. У нас было 15 минут на тренировку, и я ее натренировал. Хорошо. Так, я тупо сливаюсь. 52%. Со второй попытки 52%. Угу. На корабле? Нет, на юфошке. Прям когда ты сказал на юфошке, я тоже... Я на том юфо сдох. Ты знаешь, как я хочу сделать типа монтаж этого видеоролика? Тихо. 57. Ты на том арбе слился? Да. Опять на той волне слился. 41. Начинает немного подгорать. 39. Шучу. Сейчас я мало с кем разговариваю. 41, 41, я растерялся. 51. 65. Давай угадаю, где ты сдох. Давай. На тарелке. Правильно. 59. Гэл. Го. Не го, 49. В то время много кто мув использовал. Я тупо... Появилась вот такая вот гипотеза. Какова вероятность? Ну, типа, все же знают, что... Опять на том спам-вейве. Да почему этот спам такой сложный? Там широкий проход, но для меня он вообще сложный. У меня такой вопрос, почему? Вот все же знают, что человек перерождается. Нет, не все. Так вот, каков шанс вспомнить своего прошлого при перерождении? Некоторые же вспоминали. 1%. Не, меньше. Семь. Я на том вейве слил. Семьдесят шесть. Либо это из-за напряжения, либо кто-то пользуется спидхаком. Let's go. Друга. Дмитрий. Антон. 65. Ты пройдешь, что я сегодня куплю себе хинкали и жареная курочка. Синий орб сраный. Го. Жареная курочка. Ой, не, хинкали. И думаешь, на это я пройду с хинкалями? Нет! У меня тоже, кстати, го. Опять. 79. Хинкали не помогли. Ты
Го. Чизбургер. Все, я прошел. Чизбургер, спасибо. Джи-джи, Ну, это печально. Джи-джи, 269 попыток. А, давай хотя бы я сейчас пройду. Можешь вырубить запись. Ну, окей, ладно. С вами был Ксель и Халсон Найт. Он пока будет проходить. У Халсона пока что запись будет продолжаться. Всем удачи, всем пока.